Канал Ворова, форум 2. Канал 1.3, форум 2.
Микрофон 1, ретурн 0. Микрофон 4, ретурн 0. Микрофон 4, было 4, 10.
Внешний микрофон, уровень 7. На перемогу! Бачите! Тому дякую, будь ласка, от наші артисти відомі, я вас пізнав, і багатьох інших. Так! Банду! Геть! Банду! Геть! Банду! Геть! Банду! Геть! Банду! Геть! Так, і потихеньку ми шиковуємося, шикуємо колони, вирішальний час готовий. Мы не нашли состава Костина. По понятиям еще одного замгенпрокурора Рената Костина, убийство человека вовсе не является преступлением. Характеристики этого правоохранителя Ботаницки колеблются в диапазоне от краткого «батона» до «невиданной мерзавости». На счету авторитетов, окопавшихся с подачи Януковича в генпрокуратуре, преступление едва ли не под всем статьям уголовного кодекса. От изнасилований до организации заказных убийств. Контроль над силовыми и правоохранительными органами дал возможность криминалу поставить свой преступный бизнес на государственную и индустриальную основу. Именно благодаря правительственной политике 2006 год имеет шанс стать годом превращения Украины из потребителя тяжелых наркотиков в их активного производителя. Под предводительством Януковича Украина становится одним из самых активных участников мирового наркотрафика. Драматон, метадон и промедол в Украине вытесняют ЛСД и героин. Столь быстро растущая популярность этих наркотиков объясняется лживым мифом об их будто бы безвредности или
на Донбасс стала громадолом управлять. Своеобразной зоной свободной наркотической торговли, беспрецедентной в своих масштабах. Но не все в Донбассе пассивно наблюдали за происходящим. Чтобы хоть как-то противостоять этой страшной видении, при Донецкой церкви добрых перемен был создан фонд «Пилигрим». При нем сейчас числится более сотни наркоманов, которые пришли в фонд как последние надежды. Каждый из них имеет свою сложную историю и реальность. Это те, что постарше. Младших втянули в травмадоловые ад-наркоторговцы, которые дежурят прямо возле дыхода школы. Начинает с травмадола, а заканчивают героином. Я стою всего лишь в сотни метров от одного из мест, которое кишит продажей наркотиков. Только что я был там, на пороге в этот подъезд, который мы сейчас зайдем. Я подобрал пустую этикетку прямо при входе. Это травмадол, это достаточно сильно действующее наркотическое вещество. Торгуют им в круглосуточном режиме через дырочку в окошке, которое наркоманы называют кормушкой. Церковь Добрых Перемен подняла на борьбу с этой бедой все религиозные организации. Почти все откликнулись, кроме православной церкви Московского патриархата. Что же касается властей, то очень похоже, что многие ее представители сами являются членами преступного синдиката. По инициативе фонда были проведены расследования, и даже были задержаны два работника милиции. Они не только пришивали местных наркоторговцев, получая взамен огромные суммы взяток, но и якобы вынуждали некоторых из них работать под их началом, применяя пытки против несогласных. Пока что работа фонда – это глаз вопиющего в пустыне наркотического геноцида, устроенного криминалом у власти. Народный депутат от партии регионов, бывший главный врач Донецкого медицинского объединения Татьяна Бахтиева, племянница Алика Грека, является главным продюсером травмадолового проекта. В соответствии с ним киевские и харьковские фармацевтические заводы уже под контролем Донецка. Там в срочном порядке расширяется производство аналитических наркотиков, а отдельные цехи их производства ударными темпами построен в городе на расположенном... Канал 1, уровень 3, канал 4, уровень 5, день 1000-я. ...которые входят целая сеть аптек в Киеве и центральных регионов Украины. Почву готовят для массовой торговли крупными партиями ядов. А сама Бахтиева лично продвигает ключевой момент многомиллиардного проекта – новый закон о регулировании оборота наркотических средств. В случае принятия этого закона, промедол и травмадол будут легализованы в качестве свободно реализуемых препаратов. Наркотики свободно продаются, и мариупольский опыт геноцида переносится на масштабы всей страны. Впрочем, только ли Украины? Центром логистики для зарубежных поставок наркотиков служат частные предприятия «Донецк-Авиа» и «Аэродонбасс». Чартерные рейсы самолетов, приватизированных криминально-финансовыми группировками, практически бесконтрольны. Добавив абсолютный криминальный контроль на таможне, милиции, пограничной комендатурой Донецкого аэропорта, созданы все условия для мощного наркотрафика с конечным пунктом в Ливане. С помощью арабских партнеров идут обширные поставки наркотиков в Европу. Последователи Ахатя Брагина, чье имя носит Донецкий лечитель, всегда ищут возможность завернуть преступный бизнес в идеологическую упаковку. Существует информация о том, что именно известная группировка Хезболлах является контрагентом этой наркотической экспансии. Группировка намерена использовать сотрудничество с украинскими киноверцами как дополнительный источник финансирования. Улучшим нашу жизнь уже сегодня. А разве не этот лозунг усиленно реализует депутат Бахтиева? Свою жизнь она улучшила всего за полгода. Уже на старте наркопроекта вошла в число украинских миллиардеров. Улучшили свое положение и премьер Янукович, и
вице-премьер Клюев и глава службы премьера Левочкин. Они стали миллиардерами, устроив погоню за украинцев номер один Ринатом Ахметовым. Впрочем, и он за считанные месяцы пребывания у власти пана Браги Петровича умудрил свое богатство. На чей же счет улучшается уже сегодня жизнь народных избранников и людей? Помимо криминального промысла и разворовывания государственного бюджета, главным источником доходов была и есть эксплуатация подневольных людей и машиностроения, химической угольной промышленности. Монополизировав внутреннюю торговлю, Янукович и компания вызвали непрекращающийся рост цен на все продукты первой необходимости. Самых опасных профессий. В Донбассе она стала смертельно опасной. За последние два года царствование правильной компании, прибравших к рукам государственные деньги, предназначенные для повышения безопасности угледобычи, шахтеров погибло больше, чем за предыдущие 10 лет. Ще раз повідомляю для тих, хто прийшов щойно. Приєднуємося до головної групи борців, наших побратимів. Десь через кілька хвилин колона протестувальників вирушить до Генеральної прокуратури для нашого протесту проти нової хвилі репресій. Для нашого мирного, конституційного протесту проти свавілля влади. Приєднуємося, будь ласка. Я ще раз повторюю. Тут залишаються тільки ті, хто має якісь особливі функції по обслуговуванні охорони Майдану, або ті, хто не можуть йти по певних кредитних планах. Отже, колона вже пішла. Будь ласка, приєднуємося. Слава Україні! Постріли
перетворили на діалог, зранку змінили священники. Вони прийшли під звуки захоплених дзвонів на вулиці Грушевського і стояли довгий час і закликали не проливати кров. Неподалік кордону Соловків активісти все ж таки будовують знищення барикади. З Мітингарями поспілкувався генерал-майор внутрішніх військ. Представитись не хотів, однак закликав протестувальників поводитись мирно і не провокувати правоохоронців. Після нічних сутичок жінки приносять втомленим чоловікам домашню їжу, в тому числі і правоохоронцям. Вас тут спеціальники вулиці прийшли, так як ви трошки поговорити, так теж усі розручилися. Вже, знаєте, хто до сили вже не місце. Ситуація в парті до нас не дуже сприятна. Владимир Павлович, але нам відступати транспорта. Вимагаємо, все. Ходу назад, не будете ходу з нас. Нагадаємо, вночі Беркут намагався розігнати активістів на вулиці Грушевського. Силовики частково розіграли барикади та відтіснили мітингувальники. Згодом протестувальники відвоювали втрачені позиції. Правоохоронці затримали більше 30 активістів за участь у сутичках. 22 з них інкримінують масові заворушення, що передбачає собою до 15 років ув'язнення. Активістів, як повідомляються учасники акції протесту, затримують за різних обставин. В більшості випадків їх затримують люди в цивільному посеред міста і без будь-яких пояснень везуть у райвідділки. Ті ж, кого затримують під час сутичок, жорстоко б'ють. На цих кадрах значного протистояння видно, як група бетонтівців лупцює людей, що вилізли на арку біля центрального входу на стадіон «Динамо». Близько дів сотні людей. За останню добу з лікарні виписали 6 осіб, натомість ще 6 госпіталізували. Звернення більше за медичною допомогою, але медична допомога надається амбулаторно і пацієнти відпускаються. Ті пацієнти, які постраждали, які потребують госпіталізації, вони госпіталізовані в Київській лікувальній установі, і таких пацієнтів за це здається по 6 осіб. Якісь випадки, які пов'язані з тим, що їх забирають місце з лікувальних засобів, мають таку інформацію. Більшість поранень люди отримують від розриву гранат та від куль. Відомо, що цієї ночі двоє активістів відірвались на гранаті. Кілька людей втратили зір. Активісти Євромайдану патрулюють клініки і виловлюють дідушок. Автомайдан влаштував справжнє полювання на молодиків спортивної зовнішності. Їх затримують та завозять в будинок прав спілок. Вже затримали кілька десятків проклячених спортсменів, які влаштовують допити на камеру і вимагають публічно вибачатися. Відомо, що так звана ратуша організовано приводять автобусів автобусами за даними розвідки. Активісти зараз у Києві, тільки не зробили. Вітаючи в школі,
Thank you.
Thank you.
виходить. Ви не виходить.